Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами. Индийская притча «Брамин и царь». Ученый Брамин пришел однажды к мудрому царю и сказал: «Я хорошо знаю священные книги и потому хотел бы научить тебя истине». Царь отвечал: «Я думаю, что ты сам еще недостаточно вник в смысл священных книг. Пойди и постарайся достигнуть истинного разумения, и тогда я изберу тебя своим учителем». Брамин ушел. «Разве я не изучал столько лет священные книги?» – говорил он себе. «А он еще говорит, что я его не понимаю. Как глупо, что сказал мне царь». Несмотря на то, прочел он еще раз внимательно священные книги. Но когда он опять пришел к царю, то получил тот же ответ. Это заставило его задуматься. Вернувшись домой, он заперся в своем доме и предался вновь изучению священного писания. Когда же он начал понимать внутренний его смысл, ему стало ясно, как ничтожны богатства, почести, придворная жизнь и желание земных благ. С тех пор он посвятил себя всего самосовершенствованию, возвышению себе божественного начала и не возвращался более к царю. Прошло несколько лет, и царь сам пришел к Брамину, и, увидев его всего проникнутого мудростью и любовью, пав перед ним на колени, сказал: «Теперь я вижу, что ты достиг истинного понимания смысла Писания, и теперь, если только тебе это угодно, я готов быть твоим учеником». Вот такая индийская притча, она называется «Брамин и царь». Пока-пока, до свидания.